Из книги «Открытым оком» третьего тома, тема Лапкин книги, вопрос 986. Сегодня звонила на радио «Роса» после выступления Михаила Капранова и спросила, когда и в какое время можно будет услышать выступление Игнатия Тихоновича Лапкина. Ответили, что не скоро, что выступление окончено, потому что кончились темы у Игнатия Тихоновича Лапкина. Вроде как бы вы сами прекратили свои передачи. Это ведь ложь. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Накануне начальник радио «Роса» Гринько и поинтересовался у меня после очередной передачи. Какие же ваши темы следующие? Все предыдущие были чрезвычайно интересными. И я подал ему список более 100 тем, то есть минимум как на 3 года вперед. Меня всегда удивляет, зачем им нужно лгать, что коммунистам, что патриархийным деятелям. Почему прямо не скажешь, что потому, как я всегда говорю о неправильном крещении, и этим самым разоблачаю их безумие. Премудрость Соломона 17.10. Ибо осуждаемое собственным свидетельством нечестие боязливо и преследуемо совестью всегда придумывает ужасы.